по коридорам этого старейшего музыкального вуза России, заглядываешь в классы, видишь старинные инструменты, на которых играли великие артисты, видишь портреты выдающихся педагогов, что не имя, то громкая слава музыканта-исполнителя, композитора, ученого. Сентября 1862 года во флигеле дома Григория Александровича Демидова торжественно открылась первая русская консерватория. Идея музыкального образования в России принадлежала Антону Григорьевичу Рубинштейну, гениальному, глубочайшему по духу и поэзии пианисту, известному всему миру и сравнимому по популярности лишь с Ференцем Листом. В 1855 году Рубинштейн встречается с великой княгиней Еленой Павловной, и она дает ему согласие стать во главе музыкальной реформы в России. 1 мая 1859 года был высочайше утвержден устав нового музыкального общества. Это действительно альма-матер для огромного количества замечательных музыкантов, которые сегодня на самых высоких площадках мира они выступают и несут, так сказать, гордо знамя выходцев нашей консерватории. Из программной речи Рубинштейна: «Господа профессоры и преподаватели, известные своими заслугами, а многие даже приобретшие знаменитость всей Европы, будут стараться из учеников образовывать учителей. Главная же ответственность лежит на учащихся. Они должны не желать выходить из этих стен, иначе как истинными художниками. Только тогда они будут в состоянии приносить пользу своему отечеству. Итак, с соизволения правительства и покровительницы, и с согласия дирекции, я имею честь объявить консерваторию русского музыкального общества открытой». Много было противников, много было и сторонников создания вот такой петербургской консерватории, первой вот такого высшего учебного заведения. А если вспомнить, что одним из первых учеников был Чайковский, то думаешь: боже мой, что же консерватория сделала? Это уже совершенно фантастическое дело. Между прочим, и Рубинштейн сам как бы окончил консерваторию, сделал диплом свой для себя, что это, чтобы всем показать, да, существует в мире консерватория, которая будет делать профессиональных музыкантов. А это... Весь первый педагогический состав консерватории – это всеевропейский масштаб. Ну, из пианистов Лишетицкий, уроженец Вены, как известно. Из скрипачей – Винявский. Я вспоминаю о своих учителях, конечно, в первую очередь. Замечательном Михаиле Ваймане, у которого учился я, и целая плеяда выдающихся, замечательных скрипачей. Школа Ваймана, она мостик Кауэровской школе, потому что учитель Ваймана был учеником Ауэра. Вот, поэтому и в какой-то степени и мы все наследники этой школы замечательной. Под эгидой этой школы прошел весь 20 век скрипичный. Это и Яша Хейфель, и цимбалист, и многие-многие другие. И это наши выпускники и все этой школы Ауэровской. Среди первых профессоров по вокалу – шведский соловей Генриетта Ниссен-Саламан, Станислав Габель, ученик Камилы Эверарди и учитель великого Ивана Ершова. Подобного состава выдающихся артистов-педагогов не имела ни одна консерватория в Европе. Счастливое время в жизни моей. Я счастлив, что мне удалось попасть в нашу консерваторию, которую я закончил. Учился я с Леной Образцовой,
с Женей Нестеренко, Ирочка Богачева, конечно же. Ну, в общем, это все те люди, которые потом составляли красоту и гордость наших сцен. Студент, но проходя мимо консерватории или заходя, а я достаточно часто бываю в тех стенах, всегда сердце ёкает. Это та родная ленинградская, даже не петербургская, а ленинградская консерватория, которую мы очень любили. И проходя по второму этажу, я вспоминаю, как мы сидели, так называемая коридорная кафедра, обсуждали последние новости, копировали маститых певцов или пародировали педагогов. Как сладкие надежды, часы расставания. Когда в 1862 году была основана Санкт-Петербургская консерватория, то один из первых факультетов это был оркестровый. Потому что консерваторию ее и создали в первую очередь для того, чтобы получить своих национальных, своих российских музыкантов, оркестровых музыкантов. И если на других факультетах, некоторых, нужно было платить какие-то деньги, то студенты оркестровых факультетов, они не платили за это. И такой факт есть, что Петр Ильич Чайковский, для того, чтобы не оплачивать свое обучение, он поступил на оркестровый, совмещал оркестровый с своим композиторским, и играл в оркестре вторую флейту. Именно первая консерватория России является родоначальницей всех музыкальных профессиональных школ. И школа композиции. Вот смотрите, Чайковский, выпускник Петербургской консерватории, основатель Московской композиторской школы. Одним из ближайших его учеников оказался Сергей Иванович Танеев. И далее. Лядов, Оренский, Ипполитов Иванов, Мисковский, Глиер, которые заканчивали, и многие из них становились москвичами и представляли уже Московскую композиторскую школу. Исполнители, самые ведущие исполнители России, известные во всем мире. Со дня основания консерватория сменила несколько адресов, и все эти годы Рубинштейн мечтал о приобретении для консерватории собственного дома. После его настоятельных прошений правительству консерватории продается здание бывшего Большого театра на Театральной площади. Работа по переустройству театра в учебное заведение велась под руководством архитектора Николя и под неусыпным оком самого Рубинштейна. Рубинштейн консерваторию получил в подарок своему юбилею, когда августейшая чета через министр два раз спросила, что бы он хотел иметь на свой юбилей. Он сказал, новое здание Санкт-Петербургской консерватории императорской. Причем консерватория была построена по совершенно новейшим технологиям. Там были и паровое отопление было сделано, потом вот своя котельня. Ну, это мы все знаем. Церковь была очень красивая. В 1896 году наступил давно ожидаемый переход в новое здание. Открытие было в особо торжественной обстановке. В консерваторию прибыли их императорские величества, государь-император Николай Александрович и государыня-императрица Александра Федоровна. Рубинштейн не дожил до этого знаменательного дня, но главная мечта его жизни сбылась. На посту директора консерватории наследовал Николай Иванович Заремба, который первым стал вести преподавание на русском языке.
После Зарембы руководство было возложено на Михаила Павловича Озанчевского, образованного музыканта, который брал уроки у самого Ференца Листа. Несколько лет он провел в Париже, где собрал ценнейшую библиотеку, в которой одних только старопечатных изданий было свыше 2000 экземпляров, в том числе сочинения о музыке Боэция, Плутарха, автографы Моцарта, Филиппа Эммануила Баха, Керубини, Доницетти, Мендельсона. Озанчевский щедро даровал эту драгоценность консерватории, за что получил звание почетного библиотекаря. По распоряжению великой княгини Елены Павловны библиотека беспошлинно была доставлена из-за границы за счет музыкального общества. Ее высочество лично указало место для нее и лично пожертвовало деньги на устройство шкафов. В 1871 году по просьбе Озанчевского в консерватории начинает преподавать теорию композиции и инструментовки Николай Андреевич Римский-Корсаков, профессор в 27 лет. Ученики Римского-Корсакова после окончания были приглашены в число профессуры консерватории и преподавали там более 40 лет. Это Лядов, Штейнберг, учитель Шостаковича, Глазунов, Стравинский. Имя Римского-Корсакова было присвоено консерватории в 1944 году, в столетний юбилей композитора. А в начале 50-х годов рядом с консерваторией был установлен памятник работы Ингалы и Боголюбова. С формированием школы Римского-Корсакова в консерватории стали складываться и другие школы. Так Лешетицкому наследовала его ученица Анна Есипова, пианистка с мировым именем, музыкант уникальной одаренности. Школа Есиповой грандиозна. Школа Есиповой потрясающе живуча. До сих пор еще существуют есиповцы во втором, третьем, пятом, десятом поколении. Следующее грандиозное явление – Леонид Вадимович Николаев, профессор нашей консерватории с 909 года. У него громадная школа, и большинство наших профессоров еще в мои студенческие годы были учениками Николаева. Николаев просто патриарх нашего фортепианного рода. Вот перед вами сидит родной музыкальный внук Николаева, ученик его ученика, профессор незабвенного учителя моего, профессора Бронемана. В мое время один из ведущих педагогов был Леонид Владимирович Николаев, который был превосходным и композитором, великолепным теоретиком, которого высочайшим образом ценил его учитель Танеев. И не случайно из класса Леонида Владимировича выходили не только замечательные пианисты, но и композиторы. Среди них, естественно, все знают, это Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Среди нас, среди того поколения, были и легендарные пианисты, просто пианисты, не композиторы. К ним следует причислить романтичного, софронистского, которого мы называли фортепианный блок, аскетичную Юдину, которая своими парадоксальными решениями поражала всех нас и пленяла, что очень важно. Кто только не вышел из фортепианного факультета Петербургской консерватории. Прокофьев, выпускник Петербургской консерватории. Владимир Шостакович закончил фортепианный факультет Петербургской консерватории у Николаева. Вы понимаете, какое это чудо? В 1876 году консерваторию возглавил Карл Юльевич Давыдов. Его время характеризовалось романтической атмосферой, чем-то таким, что словами не выразишь. Карл Юльевич Давыдов был родоначальником русской петербургской виолончельной школы. По прямому виолончельному наследству я являюсь его виолончельным внуком. Так как мой отец окончил Петербургскую консерваторию по классу виолончели у Вежбеловича, а Вежбелович был учеником Давыдова. Много-много идет замечательного в нашу Россию из нашего прекрасного Петербурга. Я первый раз пришел в консерваторию, это было очень давно, в
54-й, 55-й, вот так вот. И в этот кабинет я уже входил несколько раз, когда я был студентом консерватории. Это кресло, в котором сидел Глазунов. Я не считаю возможным сесть в это же кресло. Поэтому мне удобнее за этим столом работать. 1905 год. Во главе консерватории становится Александр Константинович Глазунов, первый выбранный ректор. К этому времени он уже был видным педагогом консерватории и всемирно известным композитором. Свою должность Глазунов расценивал как гражданский долг, и своему кредо, как руководителю, он не изменил в самое трудное время, в эпоху трех революций и двух войн. В 19-м году... С большими затруднениями, потому что Петроград тогда был до такого положения, что вот-вот могли захватить его войска Юденича. Я приехал в Петроград. Я в первый раз увидел дома выше трех этажей. И я через несколько дней первый раз услышал оркестр симфонический. До этого... Я ничего не знал. И я поступил на композиторский факультет. И меня принимал Глазунов. И вы знаете, какой экзамен был? Стоит сказать. Мне дали с листа на фортепиано играть скерцы из второй симфонии Шумана. А Глазунов там сидит и говорит, фа диез, ля чисто... Поправлял меня там отсюда-то. Вот какой был экзамен. Но меня приняли. Вот. А в 25-м году приехал Николай Андреевич Малько. И вот с этого года нужно считать начало дирижерского образования в России. Первыми выпускниками дирижерского отделения стали Мелик Пашаев и Великий Мравинский. А в 32-м году я уже получил класс в консерватории. А в 36-м первый выпуск ваш был? Первый выпуск, да. Это был вообще невероятный случай для молодого педагога, которого никто не знал. Теперь немножечко... О, характер. Том Суан должен быть. Том Суан, а не Мартин Миллер. О, начало. Обучение Мусина – это для любого человека. Особенно дирижирование – это странная профессия. Но когда в этой странной профессии появляются законы, которые переступить нельзя, это придумал Мусин. Он как бы, вы знаете... соединил все традиции дирижерские, он суммировал их и написал книгу, азбуку дирижерского искусства. Поэтому он великий учитель. Илья Александрович преподавал в консерватории 70 лет. Среди его учеников – выдающиеся дирижеры Юрий Тимирканов, Валерий Гергиев, Владислав Чернушенко, Арнольд Кац, Семен Бычков, Василий Синайский – всех не перечислить. Консерватория в 20-е, 30-е, 40-е годы прошлого века была, можно без преувеличения сказать, переполнена талантами. Что не имя, то громкая слава музыкантов. В 1925 году для организации музыковедческого факультета был приглашен Борис Асафьев, ученый, публицист с мировым именем. Борис Владимирович Асафьев, Игорь Глебов, это был просто великий мыслитель в области музыки, который оставил бессмертные мысли в его трудах содержатся о музыке. Асафьев, Осовский Александр Вячеславович, Иван Иванович Слертинский. Человек был энциклопедической образованности, он был профессором консерватории, я у него слышал лекции по истории музыки, это было упоение.
В результате реформы, проведенной Осовским, Щербачевым и Асафьевым, консерватория получила факультетскую структуру, что стало основой для ее развития в том виде, в котором она существует и по сей день. Весной 1937 года Дмитрию Шостаковичу предложили работать в Ленинградской консерватории. Приглашения были посланы также Ивану Салертинскому и Владимиру Сафроницкому. Все трое охотно приняли предложение. Когда ты слушаешь музыканта, каждое слово которого дорого, это очень, так сказать, все западает в душу. Это все очень интересно. Шостакович в те годы переживал период своего колоссального подъема. Он писал все свои вещи, которые, так сказать, зрелые в начале века, как пятая, шестая симфонии, как квартеты первые, как квинтет знаменитый. А Шостакович никогда, надо сказать, не выставлял свою музыку ученикам в качестве образца. Никогда в жизни это такого случая не было. Он был необыкновенно не только скромен, но, так сказать, я бы сказал, щепетилен. В 1939 году на должность ректора был назначен человек, которому суждено было сыграть особую роль в жизни консерватории – Павел Алексеевич Серебряков. Павел Алексеевич был по комсомольской путевке направлен в Петроград из Царицына. И его как, вот, как бы лучшего, а он просто играл на баяне в поездах во время гражданской войны. И, каким-то, и когда этот пацаненок приехал сюда, и Глазунов ему сказал, сыграйте то-то, он это так быстро сыграл. Он сказал, хо-хо, это удивительно. В 11 лет детдом, фронт гражданской войны, санитар, боец гидвзвода, в 15 студент консерватории, в 29 ректор консерватории, в 30 профессор. Я поступила вот 1 сентября 1940 года. У нас читал историю музыки Роман Ильич Грубер. Николай Георгиевич Приванов вел у нас гармонию. Борис Александрович Арапов, композитор, вел анализ музыкальных произведений. Вот это были самые такие яркие годы. Назову Николая Семеновича Рабиновича. Кстати, у меня там фотографии есть его класса. Этот дирижер, конечно, известный и все. Он был вообще потрясающим музыкантом и необыкновенным человеком. И вот здесь напротив, в классе в 28-м, после занятий дирижированием, а я и туда ходила постоянно, мы оставались, и два раза в неделю у нас был дирижерский клуб. Мы занимались музыкой. Он играл четыре руки с нами и все прочее. Я очень хорошо помню этот день. Мы готовились к экзамену. И в этот момент открывается дверь, и входит моя сестричка. Что вы здесь сидите? Война. Вот вы знаете, я помню так, как будто бы это было вот сегодня. И вы знаете, ну, обрушилось все. Война. Одним из первых добровольцем ушел на фронт лауреат двух конкурсов молодых исполнителей виолончелист Даниил Шафран. В консерватории были созданы команды санитарная, химическая, пожарная, бойцами которых стали Владимир Сафроницкий и Дмитрий Шостакович. Вот справка дана Татьяне Сергеевне Бершевской, что она является бойцом команды управления и связи. Я была при пожарной команде, почему я и оказалась на крыше вместе с Шостаковичем. Несмотря на блокаду, в сентябре начались занятия, которые не прекращались всю войну. Это первый курс. Мы занимались в трудное время. У нас не было бумаги, нотные мы где-то доставали. И такой бумаги не было, писали, на чем придется.
чернил не было, чернила носили с собой. Топили не всегда, иногда надо было сидеть в пальто, но все равно было очень хорошо. Мы дружили, и очень хорошие отношения были и с преподавателями, все было. Очень хорошая атмосфера была. Николай Георгиевич Приванов, самый наш любимый преподаватель. Таранов Глеб Павлович. Это Анатолий Никодимович Дмитриев. Это мы перед демонстрацией 7 ноября. Он был великолепный музыкант и любимый ученик Асафьева. Это Наталья Николаевна Подняковская. Вокалистов много было. Это знаменитая Кармен Блоков. Она же преподавала в консерватории. В 1948 году, когда вышло 10 февраля знаменитое постановление об опере Мурадели «Великая дружба», но били-то не по Мурадели, а били по Шостаковичу и Прокофьеву. И тогда по приказу сверху Павел Алексеевич Серебряков был вынужден отчислить Шостаковича из консерватории. Шостакович оказался абсолютно без средств к существованию. И он, поэтому я помню, когда я с ним познакомился, подружился, и был у него дома, у него на стене висел портрет Матвея Исаакиевича Блантера. Это композитор-песенник, который ему, значит, в 48-м году, когда он оказался на мели, он просто сужал деньги ему, давал деньги. Вот это вот такой факт, не знаю, может быть, малоизвестный, но тем не менее это был. Он его поддерживал материально. Орест Александрович Евлахов, мой прямой учитель композиции в те годы, это был лучший выбор, потому что он ученик Шостаковича, его ученики и Андрей Петров, и Борис Тищенко, и многие другие композиторы, Гаврилин, совершенно разные композиторы. Борис Александрович Арапов, мой учитель композиции в школе, которого в 1948 году отстранили от преподавания композиции, вместе со Щербачевым и Шостаковичем в один день буквально эти три лучших профессора были отстранены от преподавания композиции. Двое вообще уволены, Шостакович и Щербачев, а Арапов был переведен на преподавание оркестровки. В 1961 году состоялось второе пришествие в консерваторию Павла Алексеевича Серебрякова. Павел Алексеевич Серебряков, когда приближалось столетие консерватории, он первый, значит, был инициатором того, чтобы вернуть Шостаковича в консерваторию, и сделал это. Причем, более того, он еще пригласил в консерваторию Мстислава Леопольдовича Ростроповича для того, чтобы как следует отпраздновать столетие консерватории, и Евгения Александровича Мравинского. И вот я помню это чудесное время, я уже тогда кончал консерваторию, когда висели расписания всех троих гениев. Значит, в таком-то классе занимается Шостакович, в таком-то Ростропович, в таком-то Мравинский. Класс был таким: Насаканян, Белов, Биберган, вот это, так сказать, был курс старше, да, и Окунев еще в первый вот был четверки, и затем, значит, Тищенко, Наговицын и вот ваш покорный слуга. Рубинштейн мечтал о создании молодежного театра, в котором будущие артисты могли бы выступать перед широкой аудиторией. В 20-е годы при Глазунове была открыта оперная студия-консерватория, гастроли которой в Зальцбурге в 1928 году заставили говорить о ней как об одном из лучших оперных коллективов Европы. Уникальный театр. Это же единственная в мире консерватория, у которой есть собственный театр. 1700 мест, почти столько, сколько в Мариинске. Идеальная сцена по размеру – это золотое сечение сцены, которая находится в каменноугольном периоде по оснащенности. А мы делаем спектакли, проводим постоянные концерты, которые тоже становятся традицией. Да, я поступал на режиссуру. Это был вообще, я считаю, золотой век этой кафедры. Роман Иринархович Тихомиров,
который умел вокруг себя собрать уникальные совершенно плеяду педагогов. Это Исаак Давыдович Гликман, это Семен Ильич Лапиров, которого я как раз занимался после ухода Романа Ренарховича. Вот я учился актерскому мастерству у Яна Борисовича Фрида, а до меня преподавал Стрижельчик актерское мастерство. И наши дипломы, они, в общем, очень хорошо ценились и как бы вот в драматических театрах. Это класс испокон веков был только фортепианный. В этом классе занимался замечательный профессор Григорий Михайлович Бузе. Вот я его еще застала. Густав Эрнесакс, замечательный профессор Эстонии, говорил, в Петербург ездили все для того, чтобы стать человеком. От Петербурга пошла школа композиторов. Но потом, кстати говоря, он то же самое сказал. Он сказал, что к Римскому-Корсакову ездили композиторы, а потом к Елизавете Петровне Кудрявцевой ездили все дирижеры. Все дирижеры учиться. Первый раз я в консерваторию пришла в 28-м году, когда мой учитель, профессор Михаил Георгиевич Климов, дал мне поручение. Не помню, какую партитуру передать Глазунову. Под управлением Климова звучала вся мировая литература, аритмиально-контактная. Я была рядом с ним, он был рядом со мной. Я старалась учиться у этого замечательного титана. Народ более задиристый, такой смелый. Полтарнисты, может быть, более романтики и поэты. Так что это, в общем, конечно, специфика имеет значение и откладывает какой-то отпечаток. Но общее для всех специальностей является, в общем, это влюбленность в свой инструмент, который практически каждый инструмент, какой ни взять, является продолжением человека. Вместе сливается время игры, образуя единое целое. Нигде в мире нет такой кафедры, и нигде в мире хореографов не учат. Вот в этом году исполняется 50 лет. Тому, когда, так сказать, вот эти замечательные наши патриархи, гении, Фёдор Лопухов, Пётр Андреевич Гусев, Игорь Дмитриевич Бельский, Юрий Николаевич Григорович, вот это люди, которые, во-первых, вырастили нас. Вот я сформировался именно на этом. Кафедра хореографии – это великая идея Фёдора Васильевича Лопухова. И именно то, что эта кафедра возникла в консерватории. Потому что я как хореограф могу сказать, что для меня лично музыка, она является не только основой основ моей профессии, но просто она является основой всей формы драматургической, всей формы хореографической. Каждую неделю, вот вы, если пройдете по нашим коридорам, увидите очередное поздравление какого-то студента, профессора, первая премия, третья первая, медаль одна, медаль другая. То есть вот это на протяжении всех лет существует постоянно, несмотря ни на что. Консерватория – это как Эрмитаж, который приходишь, там столько картин, а у нас это педагоги, которые представляют наш Эрмитаж музыкальный, это консерватория. И поэтому это совершенно уникальные люди здесь есть, и
педагоги. И это счастье вообще нет. Оказавшись за границей, я могу сказать, что Санкт-Петербургская консерватория по-прежнему это определенное не просто название, а, как теперь говорят, лейбл. То есть, если человек учился там, то уже сразу на него смотрят с особым каким-то вниманием, потому что знает, что человек не может быть плохо научен, он может быть разных исполнительских способностей, но то, что у него крепкая профессиональная школа и то, что он настоящий, это подразумевается, это обязательно. Обожаю консерваторию. Я ее всегда помню, потому что консерватория дала мне потрясающее образование. Она вообще меня сделала музыкантом и человеком. Потому что я вспоминаю вот эти времена, когда я здесь учился, какие это были потрясающие времена, какие это были педагоги здесь, какой это был уровень преподавания. Какая это была высокая планка качества. Вы знаете, это святое заведение. Это моя школа. Мы должны все делать все, что возможно, чтобы поддержать эту консерваторию. Здесь учатся наше будущее, наши замечательные музыканты. Вот эта школа, это базис нашего будущего музыкального развития нашей страны.